Сейчас у нас обед. Я покажу, что у нас на обед в отеле Максерия Блю Дим. Все как обычно. Меряем температуру, заходим и кушаем. Что же у нас есть на обед? Значит, суп шпинатный. О, этот я возьму. Это классный суп. Это томатный какой-то. Нудель-суп. Хлеб. Здесь овощи на гриле. Лук. Перец, хлеб, пицца, пита. И тут же ее готовят сразу. Очень вкусно. Так, поехали дальше. Сладости, печенье, салаты, закуски. Очень большой выбор зелени. Покажу вам весь ресторан. Он большой. 4 зоны, и в каждой зоне есть еда. Сыр. Салаты. И маринады. Огурчики. Фрукты, дыни очень вкусные, арбуз, киви, нектарины, яблоки, сливы, апельсины, инжир, виноград. Десерты и сладости. Сладости очень вкусные. Смотрите, как они украсили золотом. И здесь еще фрукты, инжир, груши, арбуз, яблоко, виноград. Уголок пищи, приготовленный на пару. Это детский буфет. Колбаса, картошка фри и не знаю, что это такое, но что-то запеченное в кляре. Идем к следующей зоне. Так, что у нас здесь? Котлеты. Курица фаршированная. Шпинат. Мясо. Это телятина. Рис. О, баклажаны. Прикольно. Смотрите. Круто, да? Картошечка. Рыба. О, не знаю, что это такое. Выглядит красиво. И брокколи. В
Здесь у нас уже макароны, спагетти. Красивые. В соусе сразу. Картошка фри. Мясо. Пюре. Рыба. Грильфиш. Ой, бах. Ростбрейд. Не знаю, курица, наверное. Кебаб. Овощи. О, ребрышки. Крусь, крусь, крусь. Вот это очень вкусно. Вот смотрите, все готовится прямо здесь. Ну что, друзья, я надеюсь, я вам показал все, что здесь есть. Выбор большой, все это очень вкусно. Повар у них хороший. Ему спасибо за то, что он так вкусно готовит. Готовьте ваши животы, если вы сюда приедете. Когда мы инспектировали этот отель в июле месяце, здесь была стройка, но нам рассказывали, что здесь будет хорошая кофейня, будет хороший кофе делать, будут хорошие сладости. Пойдемте с вами посмотрим, а я вам потом покажу на сравнении то, что было, и то, что сейчас. Это у нас чай, шиповник, ромашка. Смотрите, какие пирожные, тортики. Круто, да? Вот, смотрите, красота. Вот, посмотрите, как они стилизовали все это. А до этого здесь была просто стройка. Смотрите, какие интересные стульчики. Смотрите, какой классный латте делают. Сколько пенки. Ин, как тебе? Не видно сейчас этой... Друзья, очень интересно, у них можно самим сделать чай. Мне понравилось. Подходите, выбираете, накладываете в такие заварнички. И вам заваривают. И здесь у них и ромашка, и вот смотрите. Красота какая. Спасибо. Тачкюридрим. Тачкюридрим.